приветики, 8 декабря. Мы сегодня с Колей выходные. И на утро у нас по плану съездить в строительный магазин. Нам нужны дверцы, с чего выпилить, вырезать. Для шкафчиков, для антресоли на кухне и в коридоре. Никак мы не победим это дело. Но конец когда-то будет. Говоришь, машина грязная? Где ты ее запачкал? По дороге там поступали синие, оставить, залетело. Все ясно с тобой. Да я бы не сказала, что она сильно грязная-то. Я вчера еще сильно мастерал. Ну да, малость есть. Малость грязновато. Если приглядеться-то, да-да-да. Грязнулька. Время 10 утра, как будто бы глубокий вечер на улице. Ехали на заправку, лянь, какая елочка. Ты наряженная или не наряженная? Шарики висят. А мывайки-то сколько? Тебе не нужна мывайка? Целый вагон стоит. Не надо покупать? Что? Омывайку. Тут сейчас я узнаю цену. Надо. А, ну да, тут на заправках порой такие цены. Ну, которые дешевые, так она замерзает при минус двух, наверное. Наша Стелла, это въезд в Мурманск со стороны Колы. Красивая очень. С огоньками. Поехали. На Ленинградке туман, туманище. Я Коле говорю, утром едешь, машин до хохота. Сейчас едем, как будто бы ночь. Вообще никого нет. Не, по той стороне он едут, а на нашей стороне вообще никого. Ни капельки, ни чуточки. Скалу что, на ночь только включают, подсвечивают? Сижу, жду, хотела снять скалу, ага, фиг вам. Народная индийская изба. Контроль скорости, мы знаем. Камера впереди. Домик на отшибе. Такой маленький домишко. Масюсенький, колбасюсенький. За много-много лямчиков. 15 миллионов? Да. Дома, ну, примерная стоимость, коли это 15 миллионов. Так себе. Копеечки. А вот это, Коля, тоже же этот снежный. Ну, как бы тоже люди просто живут. Поселок, не поселок. Что это вот такое снежный? Видите, снежный. Там шлагбаум, туда еще просто так не заедешь. Пультой, как у нас на работе. А, есть. А, может быть, да. Новогодняя рекома. Елочки, иголочки. Так, Коля развернул меня от новогодней рекомы. Топ-топ-топ-топ. В поисках фанеры. Или чего-нибудь подходящего. А вот фанера. Фанера. Полтора на полтора. А, услуга распила не предоставляется. Что ты мне говоришь, что тут пилят? Ничего тут не пилят. Полтора не войдет. У нас не войдет в машину. И что делать? Опять ничего не купим. Надо было с пилой, может, приезжать. С этой. Дрын-дрын-дрын-дрын. А вот такие, Коль, или они толстые, это не то. Может, ламинат есть какой-то широкий? С него дверцы сделать, а? Это что? Непонятно, что, но оно толстое, вот, нет? Нет, не толстое? На два пойдет. А что это вообще такое? Это что? А вон ламинат, Коль, есть широкий. Эти. Где? Там соединенный. Не, а, да, это соединение. А что это вообще такое стоит, вот эта вот штука? Без ценника непонятно. Это же рекламка у них. Вот нам бы такую. Блин. Это все соединения. Вот нам бы если такие были куски, вот чего-нибудь, да? Вот. Почему нет у них где ничего такого подходящего? Уже все магазины объездили, а? Либо фанера, либо ничего. Либо-либо. Да нормально, высоту. Коль, выходит. А, на рулетку. Хорошо высоту. Не ушли. Тихо. 1,20 м. А у нас по высоте... Ну. А, 64. Все нормально. И 45. О, здесь списанный ламинат. Оказывается, еще такое бывает. И не надо красить. И не надо в нормальный, да. Уже хотели уходить. Ваша девушка-продавец, консультант нам подсказала. Неужели? В самом деле. Чего?
Ручки для них. Ручки для них. А где ручки для них? А тут давай, краски. Подъем отнесем. А, ну давай, да, отнесем машину, потом пойдем ручки поищем. Вот, еще купили седлушку на ванну, то я маме оставила свою синенькую. А это у нас будет новенькая. Пим. Приехали в гараж, на улице посветлело. Кто-то жжет мусор. И сейчас будем пилить, дверцы выпиливать. О, у Коли тут лодка. Бордельеро. Кошмар, кошмар. Сейчас запустит пушку. Вот это волокуша. По льду, по снегу тащат рыболовные свои принадлежности. Туда складывают и на ней тащат. Это бур, бурить лунки на рыбалке. Заводи пушку. Бо холодно, больно. Сейчас будет тепло, быстро. 5 минут. Да. Ты точно не обманываешь? Сейчас. Она что, должна разгореться, нагреться или что? Раскрутится сначала. Не, газ-то потом. Все, пошло тепло. Фронт работы готов. Это чем будет Коля пилить? А это на чем будет Коля пилить? Обалдеть, перчатки. Это с рыбалки такие, что ли? Коля, ты что, в них рыбалил, что ли, в этих перчатках, а? Ой, они вон в этой. Во льду все. Были. Надо их высушить. Капец. Надо было потемнее брать что-нибудь, карандаш. Или видно? Видно. Карандаш, карандаш. Откуда ты капаешь? А. Капает. Откуда капаешь? Повесил и потом откуда капаешь? Пускай тут. Да пускай. Я просто спросила, ты начал их тут тусовать. Заводи шарманку. Придержи, будет ползать. Или ты хочешь наступить, или держи руками. Все, ура! Мы справились, мы молодцы. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Коля молодец. Правда, все в пылище, Коля, башмаки, это ужас. Тряпки есть какие-нибудь вытираться? Я-то подальше стояла. Фу. Мы дома. Вот она моя перекладина на ванну. 717 рублей. На кассе мы заплатили 600 чем-то, наверное, со скидкой с какой-нибудь по карте. Голодные невозможно. Время обедать, уже почти час, а мы еще не завтракали. Коля, правда, с кофе утром печенюшки поел. У меня даже маковой росинки не было во рту, только воды пила. Поэтому сейчас покушаем, Коля займется дверцами, а я пойду к маме с папой. Все, мы наелись, я уже собралась. Здесь у меня для папулькина желе, для мамулькиной печеньки, вареники с картошкой папе, внизу еще овощное рагу и рыба под маринадом. И синичка прилетела. Синичка, сестричка, сало ест, светло, пока можно хоть на тебя посмотреть, а то в темноте шныряет и шныряют. Только видно немножко где-то промелькнуло и все, и опять темно. Коля громыхает сзади меня, Коля гремит. Ворона. Товарищ ворона. Что тебе надо тут? Любопытное. Да что ж такое, что ж такое? Что ты тут скребет? А, стамеску. А у родителей в подъезде ремонт. Срач, конечно, неимоверный. Но зато потом будет красота. Ку-ку. Ой, даже мама кукукает. Это хорошо, когда мама кукукает. А то что-то звонила, еле разговаривала. Я тебе квитанцию принесла. О, наконец-то приехал. Дождался. Тут сразу много. Водоканал, теплоснабжение и... Что еще? Короче, на. Привет, мой мамульчинск. Лежишь. О, это правильно. Ходунки-то. С ними легче? Ходи-то. Они же катают, как их переставлять и... А, подкатил, переставил, ну... Переставил туда, в коридор, из коридора там в ванну. Так, где твои лапы, чтобы на тебя не сесть? Мыться будем или ты чистая? Ты что-то говорила, мылась, ходила, да?
ходила в баню. В баню ходила, молодец. Ты меня очень хорошо отодрала. Ну, а я тебя... назад. Не, пока так драть не будем тебя каждый раз. Я тебя отмыла хорошенько. Сейчас там... Пролежни, папа, ну, папа говорил, что залепил пролежень, поэтому пока тебя всю мочить нельзя. Тебе сейчас так вот сильно не надо. Так может я сюда принесу тазик и тебя прям щеточкой над тазиком помою, чтобы тебя не водить туда-сюда. Зачем туда? Сейчас принесу стул, тазик, сядешь, я тебе руки мочалочкой помою, ноги. Как ты на это смотришь? Предложение мое. Задумалась. Пушкин думает. Пушкин думает. Сядешь на кровати, сначала помой руки, сидя. Потом опустишь ноги, и в этом тазике помой тебе ноги. И намажу тебе кремом, потому что вижу опять шершавое. Шелушистым все. Ну что, Пушкин? Ну, как скажешь. Неужели ты согласилась? Ну, тут и пошла я за водой. Даже можно вот на эту штуку поставить тазик. Вот так вот. О, а потом на пол таз, и все. Давно бы ходил. Да красный вон, видишь. На стульчик? Можно стульчик. На стульчик? Да лучше. Ну, руки легче над тазиком, вот когда повыше будет. Раз. Да, что, младенец. Младенец, младенец еще какой. Пошла тогда за водой, за мочалкой и за кремом. Бип-бип, бип-бип. Едем. Мы едем, едем, едем. Опа. О, конечно, лучше. Ну, тут помоем руки, а потом поставим на пол и помоем ноги. Ну, вкусное сочетание вот это, да, с яблочками. Ну, вкуснятина, это вообще. Угу. И так просто моделается, вообще очень-очень просто. Как будто неожиданно валят. У тебя печка хорошая. Но. Раз-раз. Я когда увидела это тесто, я сначала не поняла, что с него что-то получится, но знаешь... Ну там же яблоки мелкими кусками, оно все такое рыхлое, его ничего не слепить, я ложкой клала и это, ну выпекала, а потом вытащила, думаю, такая красота, прям прелесть. У меня Коля тоже, смотрю, один, второй хорошо я делала на две нормы, на два замеса. И он такой тик-тик-тик таскает, таскает, вчера только с духовки вытащила, он уже прибежал, ряженку достал и с ряженкой, ну вечером. Вкусно. Вкусно. Ну хорошо, что вкусно. Хорошо, что тебе идет. Да там ничего такого нету. Там мука, да. Чуть сахара, чуть масла сливочного и яблочки. Все, вообще. Ну, нет, то, что надо. То все то, что тебе можно, и то, что тебе это. И печеное, не жареное, ж ничего пьет, а в духовке. Вот так ты болела, только поправлюсь. Так и я так болела, да. Четвертями в школу не ходила. Да. Аллергетики болеют в два раза длиннее обыкновенного человека. Ну, сложнее. Это в основном у нас приходилось на зиму. Дома-то мне не давала делать уколы самой. Кричала. Боялась, что я тебя буду колоть. Ты представляешь? Маме не доверяла. Я Андрюку так с маленького колола и нормально. А ты мне, ну никак, никак. Так я тебя опять в одеяло заворачиваю. Коляску, ой. Ну, это тащить в поликлинику ради укола этого. Хорошо, хоть поликлиника-то недалеко была. А, так это не здесь было, это на Украине, наверное, мы жили. Тут-то я уже была не маленькая, когда мы были. Это на Украине было. Не, вкусно. Вкусно? Две нормальные или еще захочешь? Пока одну только съела. Мне просто хватит мне. Ну да, лучше не перегружаться. Я лучше потом еще. А после лохматая, хаматая, как Дунька. Я вкусно, говорит. Вкусно, может. Да. Сказала, иди общайся с папой, я стесняюсь своих челюстей. Я не буду на тебя смотреть. Так она отвернулась и ест. А, ну хорошо.
Лена, как это тесто в магазине называется? В магазине такого не продают, мое тесто. В магазине продают дрожжевое, а это вообще никакое, не дрожжевое, не сдобное, обычное. Такого теста в магазине не продают. Кстати, еврорусы умудрялись даже на блины тесто в ведрах продавать. Это вообще... В ведерке, думаю, что стоит? Тесто на блины. А такого теста не продают. Я вижу... Спасибо, доча, очень вкусно. На здоровье. Я вижу, к ним уже как отхожу. Моя любимая кружечка. Лебединая. Вот бывает же любимая, хоть она... А, это я маме приносила. Вот с этими, с птичками. С утечками. Это, что-то хотела сказать. Сегодня у нас вторник, среда, четверг. Наверное, в пятницу опять печенье надо будет делать. Я позвоню. Позвонишь. Она может сегодня есть, а завтра скажет. Завтра не хочу. Да, она сейчас поела там, а что дальше? Да. Потому что я могу успеть, допустим, взять на работу, после работы завести вам. Ну или я как-то вот в таком... Предупредительный будет звонок. Хорошо. Теперь у меня дома всегда должны быть яблоки. Ну да, чтобы... яблоки. Да, в принципе, у нас ларек, он под боком. У меня лук закончился, я вышла 2 минуты, я уже дома. Ну, нормально. Падай, наелась, падай. Падай, упала. Упала. И не один раз. Упала и не один раз, ну. Это мы в курсе, что ты летчик-испытатель. Она сейчас спит только на боку, чтобы. Да, ма, на боку надо, чтобы пролежать. Ну вот поспала 2 дня на боку и сразу уменьшился пролежень-то. Надо шевелиться, надо крутиться. Я понимаю, люди, которые полные, им тяжело. Ты же худенькая. Ты пошла в ход уже, начала поправляться. Ну, видишь, луну я фотографировала днем, в час дня. Ну? Кто это? Луна. Так сегодня... Вон, видишь? А? Луна, видишь, ма, а средь бела дня, днем у нас луна светит. Видишь? Это день. Ты этого не видишь, но это день. Здорово. Ну, красиво. А так, когда приближаешь камеру, же можно приблизить. Через 34 дня уже закончится полярная ночь. Это ужас. Я что-то так не хочу ее. Эту ночь быстрее бы она закончилась. Лапы замерзли твои 3-4 дня. Тут сколько дней прошло, неделя, уже плохо от нее. Так хорошо поел. Хорошо поела, это хорошо. Чистенько, надо мне сегодня постель поменять. Это чистенько. Чистенько, пушистенько, голова чистая, самонамытая, наетая. Все, что для счастья надо? 100 грамм. 100 грамм и пончик. Это откуда? Это я тебе, по-моему, дарила. Ты еще одна такая есть. Да. А мне так и не нравится, с ними сплю, антистресс. Я прямо так обнимаю и сплю подушку. Ну, там какая-то вот сегодня перебирал, там есть еще такая. Именно с шариками, да? Ну, я не знаю, похоже. Там... Шелука из... Нет, да, это не шелука, это шарики, не помню, как называются. Проса. Нет, такие специальные, не помню. Ну, так они... У меня Коля постоянно ее забирает, я прихожу, его забирают. Раз, и под голову телевизор, я спать, отдай мою кошку. А мы ездили, никак не могли купить эти. У нас же, когда делали подвесные потолки, вот эти верхние антресоли в коридоре на кухне, двери выломали, выкинули. И Коля уже придумал, мастеров не могу никого найти. Все заняты, то для них это не работа, как-то вообще не везет. Ему посоветовали сделать, мы хотели вот так дверцы, ему посоветовали сделать, вот эти купили ему пазы вот такие, вверху и внизу, и чтобы они двигались. Вот, и ездили... Как в купе. Типа да. Хотели фанеру купить. Фанера огромные листы, типа ее красить. 1,5 метра, машину не влезет. И случайно наткнулись, этот ламинат есть. И вот такие он широкий ламинат. И бэушный. Так ламинат продается пачками. Надо брать пачку. Пачка там почти 3000. Ну куда нам? А там у них бэушный какой-то. Девушка говорит, давайте. Она с нами прошла. Мерили все. Думали, нет, уже все. Расстроились. Уезжать. Ну сколько? 2 месяца наверное, без дверцы. И тут смотрю, я нечаянно там заглянула. Вот такие как раз, чуть-чуть мы с Колей поехали в гараж, посрезали. 2 маленькие дверцы сделали, 2 большие. Сейчас он дома сидит. Это. А где это делали там? Мы в гараже пилили. Напротив кухни, что ли, какая-то? Который напротив кухни шкаф. Вот как у вас там вверху у нас нет дверцев. И у нас вверху навесной вот этот, как у бабушки Дуси была.
коридоре, а только у нас в кухне. Ну, вверху над дверями. А, ну понятно. Там потолки немного мешают. Я еще старые, еще довоенные эти вот эти петли. Он не знает, как их выкрутить. Вот как у вас, да? Их если срезать, потолок мы прожжем, если болгаркой или кем там срезают. Он говорит, я возьму сейчас стамеску, буду так выбивать их потихонечку, чтобы выбить. Выкрути, там не выкрути, там уже краской так залито все. Ну понятно. Там работа, вроде казалось мелочь, но там работа, ого, с такой мелочью, никто не хочет связываться. У тебя еще тепло есть сюда зима? Есть. Ты хочешь мне дать или чтобы я тебе дала? Нет. У меня полно вещей теплых. Я что-то вот люблю одно чему-нибудь влезу и таскаю. Так оно так и по всей жизни но бывает. Иногда смотришь там, ой, красиво, вроде купил, повесил, висит. Висит. Угу. А тут что-нибудь влезешь, вот это платье я люблю. Вот эти вот две у меня с разными этими кисками. Ну смотри, какие тапки. Это которые я покупала? Ну я их зашью, не волнуйся. Все. Ну зашью все равно. Это сколько ты в них проходил? 3 месяца? Я сначала зашиваю, потом подклею туда материю. Не зря ты два пары заказал. Так я знаю. Ну у меня, я даже купила не две, я купила третью. Третья для тебя стоит у меня дома. Думаю, если ты придешь в гости, нет, я тебе дам. Ну у меня, поэтому я еще, я отремонтирую. Если уж совсем будет это, я тебе те отдам. Так потом вторые лежат. Ну вторые еще потом, ну имею в виду, что у меня есть. Ну они же дешевые. Да, они это там же копейки, да. Ну, да, все равно ткань-то что-то у нас прочная должна быть, по идее. Ну, должна. Это же кто делал? Наша советская Россия. Наша советская что-то, да. Мишель делал. Мишель? Кисловодский. Кисловодск. Написано по латыни. Кисловодск, Мишель. Отваливается все. Смотри, ты август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 4 месяца. Ну, все нормально, за 150 рублей. Ну, ну да, что такое стоит. Все нормально. Качество. Что, они так делают, чтобы больше покупать? А, что, да, да, да. Раз дешево, значит, расходный материал. Так вот, в Америке была депрессия в 20-х годах, когда у них там все это, ну, как локдаун полный. Mm. А что у них произошло? Они выпускали качественные вещи. Холодильники, телевизоры. Ну, и то телевизора-то еще не было. Ну, короче, технику разную выпускали, которая долго работала. Как в Советском Союзе тоже долго работал. Он же 30 и 40 лет. Там часы на кухне, он 40 лет, 35 лет висят за знаком качества. Еще да, А маме сегодня их повешу. Вот. И они что придумали? Они в эту технику, значит, начали делать так, чтобы она ломалась через 2-3 года. Понимаешь? То есть мы покупали снова, да? Да, и поэтому и они что не придумали, но это потом. Вот, допустим, у меня вот этот принтер, да? Он отработал там 5 лет и не работает больше у меня. Оказывается, иностранцы ставят какой-то туда чип, который, допустим, сделал 5000 копий, и он специально отключает. Поэтому, кто не знает, не работает, покупает новый. Но он по одному берет у меня, я еще работаю. То есть, и таким образом они вышли из депрессии. У них начала ломаться техника. Люди стали покупать. Она стала дешевле, но часто ломаться. Стали покупать и начали выходить из депрессии. И все у них пошло нормально. Слушай, ну вот смотри, чип, ну его можно как-то восстановить? Надо его узнать, где он стоит и где. И снять его. Он же залитый там, в плате, там, где он стоит, кто знает. А он там стоит там, где его ему надо стоять. Не найти, да. То есть вот такая техника, ну тут, пожалуйста, я напоминаю там. Так же, ну тебя раньше бы нормально брала батарея? Все нормально, из лотка брала, все, потом раз, перестала брать. Ну хотя по одному. А теперь по одному только вот. Ну я наловчился, раньше много делал копий, сейчас уже не делаю. То есть таким образом они вот вышли из депрессии.